Всем привет, дорогие мои подписчики и гости! Я рада вас приветствовать на моем кулинарном канале. Сегодня приготовим запеченную куриную грудку с чесноком и помидорами. Это диетический рецепт, который прекрасно подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. Простой здоровый ужин за считанные минуты. Все необходимые ингредиенты я оставлю в видео и в описании под ним. Куриное филе хорошо моем и обсушим бумажным полотенцем. Куриную грудку натираем солью и черным молотым перцем. Чеснок не слишком мелко измельчим и переложим в глубокую посуду. Сюда же вливаем оливковое масло и добавим в смесь сухих трав. И все хорошо перемешиваем. Замаринуем куриную грудку в чесночном масле и оставим на 30 минут в прохладном месте. Пока маринуется мясо, подготовим следующие ингредиенты. Помидоры нарезаем не толстыми кружочками. Куриная грудка замариновалась. Теперь сделаем несколько неглубоких надрезов. И положим подготовленные помидоры. Форму для запекания перекладываем аккуратно в куриную грудку. Сверху польем оставшимся чесночным маслом. Накрываем фольгой и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Яркая, сочная и ароматная куриная грудка, запеченная с чесноком и помидорами, готова. Готовится быстро и просто из доступных продуктов. Подаем запеченную куриную грудку с гарниром и свежих овощей. Радуйте своих родных и близких и готовьте с удовольствием. Готовьте вместе со мной. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорых встреч!